Продовжується програма «Новий день», і я хочу вам сказати, що третю годину нашого прямого ефіру ми всіціло хочемо присвятити святу виходу євреїв із Єгипту – Песаху. Зараз я пропоную вам сюжет у виконанні Іринки Федоровської. Вона поспілкувалась із головним раввином міста Миколаєва та Миколаївської області і дізналася, що ж це за свято, після якого сюжету ми повернемось і поговоримо із нашою гостею. Дивимось. Песах – одне з найбільш значущих свят іудейського календаря. Це восьмиденне свято весни і свободи відзначається щорічно в пам'ять про вихід євреїв з Єгипту. Песах – це являється для єврейського народу, як рождення єврейського народу, як народ. В цей праздник євреї вийшли з Єгипта. Єгипта не знаходились сотні літ рабами. І іменно в цей праздник свішні вивел євреї із Єгипта, освободили їх із цієї рабства. І вони стали, як свободні, вперше, свободні люди і свободний народ. Тому в єврейській традиції, в Тору, цей праздник іменно називається як праздник рождення єврейського народу. За давньою традицією, всі єврейські свята починаються в день напередодні, тобто після заходу сонця. Святкування Песаха також почнеться увечері 3 квітня з традиційної трапези та триватиме до 10 числа. До настання святкового тижня євреї збирають по всьому будинку все квасне, тобто хамець. Хамець – це все, що з хлебу, макарони. Це нельзя, що знаходився в єврейський дом в цей праздник. Існує легенда, що євреї не встигли заквасити тісто, тому напекли прісних коржів, які їли, спішно залишаючи Єгипет. Центральна подія свята – особливий вечір, який називається седер, що означає порядок. Перед початком седера господиня будинку запалює свічки, а потім вся родина збирається за святковим столом. Існує три основних складових святкової вечері. Маца, вино, марор, марор тхрей, а далі уже люди, кожен єврейський хазяйка знає по своєму. Крім того, на столі має бути куряче яйце та крильце, як символ жертовного агнця, посудина з солоною водою, тобто нагадування про сльози ізраїлітян у часи єгипетського рабства, та харосет – солодка суміш з фруктів, горіхів та вина. А ще під час їжі зелень вмочують в солону воду, що символізує сльози, пролиті євреями в єгипетському рабстві. До кінця трапези відкриваються вхідні двері. Це означає ніч сторожі для всіх синів Ізраїлю. А також прийнято запрошувати всіх нужденних. Отож, вітаємо зі святом Песах, святом свободи та радості. До нашої студії вже завітала гості, яку я рада представити, Галина Романенко, керівник сімейного клубу Миколаївського товариства єврейської культури. Вітаю вас! Сюжетом ми чули, що минулого року Песах святкувався 3 квітня. Якого ж числа цього року ми будемо святкувати це свято? Здравствуйте, дорогі миколаївці! Я думаю, що навіть ті, хто о євреях не знає практично нічого, все одно щось слышали об Ісході і щось слышали о Маце. В этом году этот, ну, один из самых значимых еврейских праздников приходится на 22 апреля. Сегодня вечером первый седер. То, о чем рассказывалось в предыдущем сюжете, я не буду повторять, я только расскажу, насколько знаковым для евреев является этот праздник. История исхода включает в себя 10 казней, где Моше обращается к Всевышнему и просит: «Отпусти мой народ». Так вот, у меня выплывает в памяти первое, что я вспоминаю, это в моей памяти уже есть. В 70-е годы прошлого столетия, когда евреи хотели ехать в Египет, девизом евреев всего мира стало «Отпусти мой народ». Это была борьба за то, чтобы евреи могли свободно из Советского Союза уезжать в Израиль. Вот. И не зря Агада, а я сейчас о ней расскажу, потому что о ней разговора не было, это та книга,
по которой ведется седер. Это очень строгий порядок, и каждый шаг, который происходит в этот вечер, описывается. Значит, мне очень нравится, агада выпускается в очень разных вариантах. Вот, например, у меня агада, оформленная современными художниками. Тут подробно описывается исход, то, что происходит за столом, что первым благословляется вино, благословляется маца. Вот порядок этих всех действий, например, бокалов должно быть 4. Каждый пьется с произнесением благословения и с определенным смыслом. Еда, которая выкладывается на блюде, тоже очень символична. Вот еще несколько вариантов. Да, да, я хочу показать все, потому что вот более такая современная, обучающая просто агада. Тут вот все это, кстати, все они сейчас выпускаются и с русским текстом, так что понятны всем. Вот вообще коллекционная агада. У нас две такие есть, ну вот я для примера взяла одну. Это с античными еврейскими, найденными в раскопках сосудами. Вот смотрите, какая красивая. У нас есть еще одна со старинными тоже из фресок, из рукописей, нарисованными музыкальными инструментами. То есть это такое хранимое в доме, очень знаковая книга. Хотелось бы задать вам следующий вопрос. Мы знаем, что сейчас, раньше, конечно, не так сильно праздновался Песах. Хотелось бы узнать о ваших детских воспоминаниях. Как это происходило в те времена, когда не настолько религия была разрешена? Ну, вот именно, что сейчас это стало общеизвестным, общедоступным. А я из своего детства помню только то, что весной в определенное время, в какое я тогда не знала, что это определенный календарь, и все это как бы закономерно, появлялась в доме маца. Очень-очень редко это была фабричная маца, вот такая, как я принесла вам показать. А чаще это пекла у нас одна тетя сама дома, и мне разрешали вилочкой, тут вот бороздки делает машина, а в домашнем приготовлении дырочки делали вилкой, они были по 4 штуки, вот мне ребенку давали вилочку, можно было потыкать, потому что очень большие пузыри. Можно сказать, вы активно принимали участие. Ну, не активно, но, по крайней мере, какие-то воспоминания есть, но при этом ничего же не рассказывалось. Это просто была такая особенная еврейская еда. Слава Богу, что мы знали, что мы евреи, потому что в некоторых семьях и это не особо приветствовалось. А вот сейчас каким образом проходит праздник? У нас очень много всего проходит. Я хочу показать, вот сейчас я на что обратила внимание. Значит, мы начали выпускать в Обществе еврейской культуры, мы начали выпускать серию брошюр. Вот на прошлый праздник наша Катюша приносила первую, а к Песаху мы выпустили вторую, где описывается кратко, доступно даже для детей, описывается праздник, описывается самые основные его законы. Значит, каждый вот, сможет прочитать ее. Прочитать, тем более это будет всем как сувенир, потому что здесь наши фотографии, празднования в прошлом году, ну, прошлых лет, скажем так. У нас так тоже есть фотографии прошлогоднего праздника Песаха. Я предлагаю нашему режиссеру а вас прокомментировать вот эти фотографии. Ну, вот мне так будет легче рассказывать. Прежде всего, конечно, заранее дети готовятся к этому празднику на занятиях. То, что им рассказывают все это, они делают какие-то поделки. Вот у меня есть, я потом покажу, батик, это рисунки, коллажи. Рассказывают им подробно, как это происходит. То есть, в принципе, Песах – это семейный праздник. Это не тот праздник, который выходит на улицы с какими-то шествиями. Это семейный праздник. И то, что мы празднуем, это скорее обучение. Но мы все равно собираемся семейным клубом. У нас есть женский клуб. Вот в этом году в женском клубе, вы там, если афишу покажем, будет видно, у них конкурс блюд из мацы. То есть понятно, что опресноки или вот замешанное тесто на воде, которое даже не взошло, особого кулинарного, кулинарной ценности не имеет. Однако эти опресноки можно, мацу можно обрабатывать дальше. То есть ее можно как блин размочить, завернуть в нее начинку. Из нее можно сделать торт.
И ее можно покрошить до муки, и уже из этой муки можно печь. Сколько рецептов? То есть оно очень-очень-очень уже много всего. И на кулинарном кружке, вот есть такой у нас в женском клубе, будет конкурс блюд из мацы. Молодежь собирается на модельный седер. Это, то есть, ну, обучение. То есть это не вот то ночное сидение. В принципе, это начинается вечером с восходом первой звезды. То есть сегодня еще оно не наступило, оно будет только вечером. Вот, и вся семья собирается, и глава семьи, ну, или старший зять, кому, кто лучше знает, читает о году, и у каждого лежит о года. А года в переводе – это вообще сказание, история. То есть это не особое название, это вот сказка даже может называться о году. Но в данном случае это порядок, который мы проводим с Эдой. А вот то, что я говорила, что дети готовятся к занятиям и по теме делают разные поделки, то в частности это кружок батика наш рисовал, это Моисей ведет по пустыне, уже вышедший народ. Очень красиво. Да. Вы рассказывали о том, что происходит рассказ детям, и дети с раннего возраста уже знают все традиции своего рода. Хотелось бы узнать, каким образом еще происходит обучение детей, какие-то, может, еще мероприятия? Ну, во-первых, седер, сам седер, который проводится у нас с детьми, обучает их вот этому. Они, в принципе, собираются в семейном клубе, рядом сидят родители, и это почти семья. Ну, практически это наша вся семья большая. Потом дети изучают, вот постарше дети, у них есть дискуссионный клуб, который называется «Мидраш-кафе», а «Мидраш» – это комментарий. «Мидраш-кафе», когда они им рассказывают, а они обсуждают, как они это поняли, что у них отложилось, какие у них возникли вопросы. Кстати, на Песах как раз детей ждут, потому что в этой всей истории традиционно есть еще 4 сына. Глупый, умный, и они задают вопросы. И на Песах обычно есть еще традиционные песни, одна из них поют дети. Она называется «Маништана Алайла Азе». Чем отличается эта ночь? И вот каждый куплет начинается с того, что дети как бы спрашивают у родителей, чем отличается эта ночь. И родители отвечают, что каждый день мы едим мацу и хлеб, а в эту ночь мы едим только мацу. Каждый день мы едим любые овощи, а в этот день мы едим только горькие овощи. Ну и вот таким образом и на музыкальных занятиях получается, что они приобщаются к этой традиции. Вот. Ну что ж, я предлагаю вам сейчас поздравить всех николаевцев с наступающим праздником Песоха, потому что это действительно очень сакральный и важный праздник для вашего общества. Ну, от себя лично и от всего общества. Я желаю всем общих человеческих благ, здоровья, счастья, в семье спокойствия и чисто вот то, что относится к этому празднику, выдавливать из себя по капле раба. Вот как евреи выходили из рабства, так пусть рабство выходит из вас. Будем свободными людьми. Спасибо вам большое. Действительно, давайте будем уверенными.